Of the USSR remain these melodies sung for generations. Glorious memories of a country with 16 states and 290 million residents. With half as many, Russia remains the world's biggest country, and Vladimir Putin's rhetoric of power speaks of a strong state ready to reform a union. Советский Союз, я считаю, что это трагедия для страны. Я как бы в Советском Союзе жил долго, так что я считаю, что это было сильное государство, великое. А то, что потеряли, ну, ошибка. Думаю, что сможем сейчас вернуть. Ну, еще лет 10, если трогать нас не будут сильно, то вернемся. In Red Square, Russian tourists watch preparations for the Victory Day parade for the 9th of May 1945. Russia's biggest holiday. Деды воевали, а мы? Мы, если что, тоже сможем. Так что, пускай знают. A speech for an anonymous enemy, fed by opinion. Built around the concept of a fatherland threatened. 60 kilometers west of Moscow, the defense minister has transformed the 26-hectare Patriot Park. Playing war, posing with weapons. Revering the immense Kharki Cathedral, with its frescoes depicting the finest hours of the Red Army up to recent years in the Middle East. It has already received 1.5 million visitors. World War II is important here because the USSR lost 26 million citizens in massacres like in Vyazma on the road to Operation Barbarossa, the Third Reich's 1941 attack on the country. Вот между вторым и первым и вторым ярусом в стене отверстие – это попадание танкового снаряда во время боев октября 41 года. Примерные потери Красной Армии за 12 суток боев будут колебаться от 800 до 860 тысяч человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести, попавшими в плен. Просто для сравнения – общие потери Соединенных Штатов и Великобритании за всю Вторую мировую войну меньше, чем потери Красной Армии за 12 суток боев под Вязьмой. При всей военной катастрофе здесь была одержана духовная победа Красной Армии. The memory is kept alive with thousands of monuments across the territory. They bury skeletons of soldiers found 80 years later. The emotion of Russians is real, fed by the official line that says that the West is trying to revise their role in the final victory. Почему-то забывают истории, коверкают, как-то хотят нас чем-то унизить, победу нашу принизить хотят. Этого нельзя делать. Нам потомки этого не простят. Они же лежат здесь, в этой земле. Ну, мам. У меня дядя здесь похоронен, ну, понимаете. Я не знаю, он пропал без вести, где-то в партизанских отрядах был здесь, в этих лесах. А царство мое небесное, молодой парень, 23 года. Соболев Николай Иванович. Заходите. Пожалуйста, он на кресле сидит. С праздником! С праздником, спасибо. И вас также с праздником. Проходите, пожалуйста. Проходите. This morning, the 9th of May, Victory Day, 100-year-old Ivan Sokolov prepares to go out. На ноги, на ноги. Да, да, да. Вижу. С праздником! Праздник большой. День Победы. День Победы, песня есть. У нас День Победы. Ну что, ты мне даешь? Russia takes good care of its last veterans, especially as Ivan fought the whole war from 1941 to 45. Что для вас значит День Победы? Что для вас значит он?
Вы очень довольны или радуетесь, или что фашистов прогнали, что мы живы, что немцев прогнали, что не топчет это сапоги немецкие нашу землю. А у вас что, родились дети и внуки? Ну, говорите. Для меня, конечно, День Победы в моей жизни, наверное, самый главный. Мы сейчас вспоминаем Советский Союз, и если спросить наших сейчас граждан, скажут, что Советский Союз очень нужный. Про того, которого любила, про того, чепись на берегла. Дай Бог, без. Давай сюда, держи за перил, за перил. Опа! Она мне помогла сначала. Плотненький. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Ура! 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 250 kilometers away in Vyazma, they march on the square, still known as Soviet Square. Очень дорого достался нам этот день. On stage in Moscow, Vladimir Putin warns Russia's enemies. He doesn't name anyone, but he mobilizes his people. Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому доблестные вооруженные силы России, наследники солдат Победы. In Vyazma, the Soviet 4x4, which should have joined the parade with veteran Ivan, hasn't budged. An ill-timed breakdown. Around Vyazma, the villagers have always lived over corpses. Были вот такие ситуации, что вот школа, а дети играют черепами вот в этом перелеске, да, это было совершенно нормальное явление. Andrei is a surgeon in Moscow. On weekends, he scans the land with his friend Ilya, who restores icons, who came with his six-year-old son, Vasily. Мы все выросли в мифе о войне. Это основная, основной миф, основная вообще сказка, которой дети росли. Понимаете, а потом вдруг выясняется, что это, ну, какая-то реальность, что это не просто выдумано. То есть то, что вообще лежит в основе вот вселенной советского человека, это война. Она создала этот мир. Все как бы от нее отсчитывается. Вот. На каждом шаге земля просто звенит, нафаршированная металлом. Тут вся земля буквально как кекс с изюмом, нафарширована металлом. Вот Илья Павлович что-то уже нашел. Алюминиевый ящик. Характерно, что немецкие вещи, они в основном из алюминия. Если наше это железо, то у них алюминий, потому что принцип
их тактики, блицкриг, быстрота, да, все должно быть легким, очень удобным, чтобы все это переносилось, легко открывать. Здесь такие вот специальные защелки, все это немецкая, немецкие технологии предвоенные. 152 бронебойный целый, ствол был МГ-34. Как мне дорог. Ну иди сюда, Илья. Можешь посмотреть, как это выглядит. Что-то некое чувство говорит, что не надо его трогать из земли. Но выглядит красиво. Это навигатор. Я в нем сейчас ставлю метку, соответственно, чтобы точно знать, где этот снаряд. И эта информация будет передана саперам МЧС. They seem to know what they're doing, even if seeing Vasily posed with a bomb is alarming. Он его взорвет? Да, сапер его взорвут. Нет, ну я имею в виду, внутри все взорвется, а его не разорвет? Разорвет, конечно, на маленькие кусочки. Илья и Андрей are more into the history than the way the authorities represented. Сейчас советское прошлое полностью узурпировано властями. Оно, это прямой материал для спекуляции власти. Это абсолютно неправдивая, односторонняя, тенденциозная и совершенно фальшивая риторика. Ужасная архаизация, погружение вот в прошлое. Да, и казалось, что чудовища, которые были навсегда похоронены, они уже никогда не оживут. И вот они оживают. Это сейчас ситуация очень нехорошая в этом смысле. Вот, поэтому тут ничего утешительного не скажешь. Такая война никому не нужна. Если это делается агрессивно и не очень разумно, под так называемыми лозунгами «можем повторить», вот когда люди так говорят, они просто не понимают, да, вот именно таких людей надо вывозить в такие леса, да, показывать, вот что вы можете повторить, да. Войны мы не хотим, но к ней готовы. Ковать мы не дадим, на нас оковы. Смело мы в бой пойдем за власть советов, и как один умрем. Не хотите ли, ребята, в гости Сталина позвать? Чтобы Сталину родному все богатства показать. Сталин любимый услышал эту песню в кремлевском дворце. Хоп-хоп-хоп, ля-ля. Вот такая была пропаганда в советское время. Люди, многие искренне воспринимали и пели эти песни. И вот Илья Павлович тоже до сих пор. Вышли мы все из народа. Слушай, 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 нам сначала найти винтовку, а потом петь эту дурацкую песню. Правильно, сейчас наберем винтовок, гранат, пойдем маршировать. Да. С песней пойдем, «Смело, товарищи, в ногу». Прямо в местную психиатрическую лечебницу. The more modern Russia glorifies the victory of Stalin and the year 1945, the less the dictator's accountability in the development of the gulags will be highlighted. In Moscow, Vladimir Putin may have inaugurated this monument for the victims of the repression, but this is a small gesture compared to the cult of Victory Day. Every year, 100,000 people visit the Gulag Museum, a public place, in order to find out what happened from the 1930s onwards.
20 million prisoners and 4 million deaths. The head of the museum is a cautious man in this modern Russia. He knows how hard it is to open this page of Soviet history. Вот этот болевой опыт, который мы получили в 20 веке, и травма, трагедия, которую мы получили, ну, то есть это болезненно. И это как мы от, не знаю, от огня резко убираем руку, чтобы не обжечься. Вот иногда психика запускается, ну, вот эти механизмы, и они ну, заставляют нас от этой болезни там, отскочить. But the Gulag Museum team also helped protect historic sites, such as the Komunarka at the entrance to Moscow. During the 1930s, members of the country's elite were executed. The inauguration of the site was barely covered by the media, proof that in modern Russia, the topic is purely incidental. О жертвах говорить возможно, а вот об источнике репрессий, о том, а кто, собственно, отвечает за это преступление, вот это сложно. Простите, я все-таки должна выступать. The Memorial Association was created around the dissident Andrei Sakharov during the end of the USSR. Today, authorities have assigned to him the defamatory status of foreign agent. The association has plowed bravely on for 30 years. But after the euphoria of freedom came a bitter realization. Теперь повернуть назад, что, к сожалению, несмотря на 30 лет нашей такой вот совместной работы, мы не можем сказать, что большинство людей в нашей стране думают так же, как мы. Да, мы с вами часто начинаем вдруг слышать о том, что либо оправдание почти прямой репрессии, либо какое-то как будто бы незнание. In order to understand the true amplitude of this repression during the time of Stalin, we must leave Moscow and head to Karelia, the cross-border region between Russia and Finland. Among this landscape of forests and lakes, Stalin decided to connect northern USSR to the Baltic Sea. The Canal of the White Sea, Belomor Canal, was dug between 1931 and 1933. At the town hall of Povenets, as is often the case in Russia, we find a museum and a guide who has an adamant opinion on the subject. Her name is Vanda. Ну, на сегодняшний вопрос, кто строил канал? Ну, действительно, канал строили заключенные, чисто политические заключенные. Но кроме этих людей, что там говорить? Не любили советскую власть многие. И были, как говорят тогда, враги народа. Но кроме этого, еще и были воры, бандиты здесь, на канале. И это было на самом деле так. The first main Gulag construction project cost the lives of tens of thousands of people. The exact number is not known. In these photos of the site, we spy a lack of machines. The canal was dug by hand in atrocious conditions. But for Vanda, this is not the main issue. Это его заслуга, потому что только Сталин сказал, если мы канал не построим, а он нам нужен как воздух, как вода, как хлеб. Без канала мы пропадем. И если мы канал не построим, нас отбросят на 50-100 лет назад. А слабых бьют. Сталин умница. Был талант, он любил Россию. Хотя он по национальности был грузин. Vanda is nostalgic for the USSR. И жаль, что не стало нашей великой советской страны. Очень жаль. Мы скучаем. Я скучаю по тому времени. Мы умели общаться, мы умели встречаться, мы умели отдыхать, мы умели веселиться любой праздник. Мы ходили на парады, мы пели песни. А сейчас молчание. Нет такого общения. Люди закрываются почему-то. Закрываются. Понимаете? On the main road of Povenets lies a modest, neglected monument for the memory of those who died building the canal. A far cry from the splendor of Victory Day. A few miles further down, we find a place that has become a pilgrimage site. Sandarmok, the place of execution of thousands of political prisoners.
Local politician Vyacheslav helped carry out the preliminary researches during the 1990s. Ну вот мы видим тут как раз и расстрельную яму, просевшую, где посередине стоит дерево. Дерево достаточно взрослое, говорит о том, что здесь его специально посадили для маскировки вот этого содеянного акта. И таких много здесь, достаточно посаженных таких деревьев. А под деревом останки людей. Recently, official historians have brought these crimes committed under Stalin to light. They confirm there are indeed victims, but from other conflicts. This is to decrease the accountability of the NKVD, Stalin's political police force, the ancestors of the KGB, known as the FSB today, leaving the opportunity to create an extremely patriotic and glorious alternative version. Vyacheslav is a firm believer in the current political powers. Работая даже в органах власти, я на сегодняшний день не вижу абсолютно никаких препятствий для того, чтобы заниматься этой работой. Более того, мне помогают не только общественные организации, и люди стали свободнее общаться в этом направлении, и можно обращаться в государственные органы, получать различные справки. Yet for over 4 years now, Yuri Dmitriev, the local historian who discovered the mass grave in 1997, has been rotting in prison, having supposedly been found in possession of child pornography. For his friends and ardent supporters, both in Russia and abroad, this is known as kompromat, the incrimination and entrapment of an opponent. Я Дмитрий Цвибель, пианист из Петрозаводска. Я хотел бы поговорить с вами о том, что происходит вокруг Сандармоха, поскольку Юрий Дмитриев мой друг. Восстанавливал фамилии, имена, место расстрела людей, которые вот покоятся в Сандармохе, в этих ямах. Советская власть хотела, чтобы они так и сгинули в небытие. И Юра совершил подвиг. Надо опять же называть вещи своими именами. In Petrozavodsk, the capital of Karelia, Dmitrij Zvibel is saddened to see that the heroes of the USSR are still being honored. Ленина, Карла Маркса, Энгельса и так далее, и так далее. Полный набор. Так что учитель марксизм-ленинизм может Петрозаводске вполне по названиям улиц. История мало нас научила, наверное. Тогда начались какие-то перестроечные моменты, надо было узаконить, то есть каким-нибудь, наверное, все-таки каким-то процессом, который поставит точки вот над этой ситуацией, когда были вот эти вот те же репрессии, надо было признать, что это преступление того времени, честно об этом сказать, и тогда многие бы вопросы не поднимались сейчас. И так, чтобы было понятно, что возвращение к этому невозможно. А когда это все было недосказано, когда все было на полпути, все это было остановлено, вот это и то, что сейчас тянется. И никак не можем прийти к консенсусу и внутри страны. Это самое главное. Внутри. From the shameful memory of the Gulag to the glorious memory of the great patriotic war, there is now the silent memory of the fall of the USSR 30 years ago. Vladimir Putin aims to wipe out the memory of 1991 in order to reaffirm the country's strength and unity around the concept of the motherland and restore Soviet power.